Петербурга. Где мы с вами? Вы видите? Ребят, я не знаю, в какую сторону. Не помню уже. Не помню, в какую сторону идти, чтобы выйти на центральный Невский проспект. Вот иду. Иду, не знаю, куда. Смотрите. Уж мне надо было в другую сторону проходить. А я, как всегда. Зачем мне туда? Мне туда надо? Ладно, ребят, пойдем. Каждому по приветику из прекрасного Петербурга. Захотелось в центр. И мы с вами в метро, в котором не были уже 2 года. С тех пор, как началась пандемия, Невский проспект, набережная канала Грибоедова. Наверное, мы правильно идем. Так, театр комедии, Санкт-Петербург, 100 метров. От метро 100 метров. Надо репертуар посмотреть. Так, а в какую нам сторону? А, нам сюда, наверное. Ой, ребят, наверное, не знаю, канал Грибоедова, да. Пойдем сюда. Ну, где выйдем, там выйдем. Так, мне что-то пишут и пишут. Сейчас надо прочесть. Пока пойдем с вами. Так, все, ребят, идем. Идем. Все равно не поняла, где выйду. Ну, где-то выйдем. Забыла, представляете? Раньше, как часто мы с вами были в метро, все станции метро мы с вами почти все проехали. А сейчас даже Невский уже не помню. В какую сторону выходить, ребят? Пойдем. Ой, куда-то я иду, не знаю куда. Ладно. Невский, он везде классный. Где выйдем, сразу сориентируемся. Решила погулять. Пока у нас деньги, непонятно. У нас как-то уже осень. И она... Началась дожди из прохлады. Но сегодня такое, то моросит, то не моросит, непонятно.
я, наверное, все-таки не туда, ребят. Ладно, сейчас выйдем. Кто любит покататься в метро? Вы мне говорили, Лина. Лина, покажите метро подольше. Кто-то пишет, а что тут смотрели в метро? А кто-то пишет, Лена, давайте прокатимся подольше. Надеюсь, мы выйдем в центре. Я хочу в центре возле, даже не знаю, как назвать, а, здание Зингер, но там уже нет дома книги. Кстати, посмотрим, что там сейчас. Дом книги, что-то у них затянулись там разбирательства. Другой книжный магазин должен был занять место их. Сейчас увидим. Ну да, где мы вышли? Мы вышли в центре, как я и хотела. Ой, ну да, классно, значит, правильно мы с вами пошли. Вот Зингер, здание. Канал Грибоедова, и вот центральный выход Невского. Казанский собор, красота. Прямо девочка стоит. Ребят, мы на Невском. Несмотря на то, что сегодня нет солнышка, погода для прогулок комфортная. Смотрите, сколько людей сидит еще. Отдыхает, не холодно. Хорошо, ребят. Класс. Ага, просто закрыт дом Зингера, и ничего там пока нет. Казанский мост. Экскурсии, речки, каналы. Катер стоит на посадке. Проходите, занимайте места. Уважаемые петербуржцы и гости северной столицы, приглашаем всех желающих на бодрую часовую увлекательную экскурсию по рекам и каналам города Санкт-Петербурга. Канал Грибоедова, Мойка, Фонтанка, Нева. Катер стоит на посадке, проходите, занимайте места. Уважаемые петербуржцы и гости северной столицы, приглашаем всех желающих на бодрую часовую увлекательную экскурсию по рекам и каналам города Санкт-Петербурга.
Подошли к собору Спаса на Крови, а он на реставрации, вот слева часть. Вверху уже сделали купола, а слева... работы. Летние книжные аллеи. Много книг. Русская проза. Что тут у нас? Дом книги, один клик. Они долго были, эти аллейки. Просто их продлили, я даже читала новости, что их продлили. Ребята, классно гулять в центре.